Так, всем привет. Побегаем немножко в Star Marine. Броня. Броня медиум. Разницы, в принципе, почти не видно. Что будем? Так. Это против всех. Пробую повысить свой рейтинг в общих. Общей статистики, то где-то там на 27 тысяче, 27 тысяч какое-то место занималось, 52. Ну, да, одно попробую с этим оружием, с лазерным автоматом. О, как. Да, мышка бегает. Будет непросто. Я к этой мышке еще не привык. Откуда он взялся? Граната, его кто-то пришиб. Так, начало жесткое. Здесь уже наверняка все профессионалами стали. Уперся в стену. Блин, как живое мясо, просто бегаю какое-то. Никого не убить.
Да куда я вообще прыгать прицел? Я даже. Это сложнее, чем я себе представлял. Так вроде вот как бы мышкой бегаю, вожу нормально. Но куда-то подвести вот поконкретней вообще нереально. Ну как, два выстрела. Все, сплошные хедшоты. Ну, всем нагибают. В гонках нагибают. Ну, как в гонках нагибают. Вау, я убил кого-то. Аптечки у меня нету. Бежим. Кого-нибудь еще подстрелить быстренько или кто-нибудь, чтобы меня убил. Стек кровью. Как раз прибежал. Здесь такой замес. На то место, куда надо. Сюда. Вау, второго убил. Третьего не убил. Пять минут. Ну, если что, я только второй раз играю в Star Marine. Вылечиться. Ну сейчас же истеку кровью. Давай, лечись. О. Какую-то нажал. Что-то вроде С или В. Где автомат? Что ты безоружного убиваешь? Кто б тут не убил? Да? Ну все, теперь вырубилось оружие. Понажимал кнопки, называется. Здесь дробаш можно взять. Дробовичком особенно прицеливаться не надо. Сейчас застеку кровью. Уже умираю. Не пишет, что я кого-то убил, но кто-то его добил там. Так, три. Два, три. А все.
Все, дробаш куда-то потерялся. Теперь вообще один пистолет. В эту игру. Если ты плохо играешь, тебе еще хуже условия делают. Голову, блин. Теперь вообще без оружия. Ой, силуха. Ой, силуха. Иди нафиг. Прячусь. Ты меня с одного патрона ранил в руку. Все. Я выживу. Да ладно, бишь. Наверное, не успел. Сейчас 15 смертей. На 4 убийства. Стар Марин. Вполне возможно, что здесь может какую-нибудь тоже функцию можно отключить, как в гонках. Типа ограничения на перегрузки. Здесь таких заметных, как бы я вот не ощущаю каких-либо действий. Которые противоречили моему рейтингу. Давайте мне очки. Пятьсот. Чтобы вроде как выбиться в рейтинге, надо накопить где-то около 3500 очков. Ну, это чтобы более-менее. Ну, я не знаю там точно, как он там рейтинг считается, просто я видел, что здесь 3200 набирают, ну, по очкам. За раунд. Никого. Кто-то пальнул. Аптечка. Как посмотреть, кто
Кто участвует? Раньше было F10. Теперь на F10 ничего не происходит. Это стол или какая-нибудь система охлаждения, как и модуль. Жидкостная система охлаждения. Компьютер подключается, наверное, там охлаждение. Здесь не вакуум. Ну, как бы пули выстрелов слышно. Пули, звук выстрелов. 9, но трейдинг, 10, 13, 14. Что-то народ, походу, собирается. Как мне... О! Где-то там кто-то есть. Бежим за красненьким. Далеко спрятался. F4 не меняется видимость. О! Как это я сделал? F1. Так, что мы здесь можем узнать? Пинг можем узнать. 128. Такой неплохой пинг. Ну, относительно. Здесь он по 280, 333. Ну что, доживем до того момента, когда будем без оружия бегать. Да, ну... Третьего оружия нету. Да ладно. Е-е-е. Очков не дали. Как они выбежали, да? Гранатку им туда пульнул. Чё, я пострадал. Слегка так. Так, надо на буквочку А бежать. Хотя можно и на Б. Так, здесь кто-то есть. Ой.
Красиво. Только откуда она прилетела, что-то я... мне показалось, что сзади. Проигрываем. Б захватывают. Ну, это жмут. Отжали. Спину. Да, отжимают. Обратно отжимают. Спиной зашел. Да, здесь проиграли. Куда-то я гранату кину. Так, походу я сам себя убил. Три очка, пять смертей, никого не убил. Это нормально. Обычное такое дело. Так, АД.
автомат что-то даже не стрелял. Все расстреляют. Так, це отжали. Вроде. Четверых сразу же. Одной гранатой. Стреляет. Хоть на шар убей. Что за помехи звуковые? Б захватывают. До нее добежать я не успею. Вроде хорошо я его пролил. Свинцом. Ну или чем там в будущем вооружают. О, стрелять не могу. Что за прикол? Обнаружил, пропустил разок, не проверил, могу ли стрелять, не могу, и... Увы. Так. 543 очка. 12 смертей, одно убийство. Зато какое? 450 очков. Да ты не в том направлении бегу.
Красиво. Вообще, вот они меня не видят. Сбоку куда-то стоят. Я в них уже стрелять начинаю. После того, он меня обнаруживает, поворачивается. Я в них все еще стреляю, и все равно меня убивает быстрее. Ну, чисто пример данной ситуации. Которую могли созерцать. Так что да. С отжимают, а теряют. Д вообще. Д это вообще возле базы. Ну, сейчас гранату кинет. Третий из четырех. Еще один будет. Вот это да. О, патроны закончились. Был бы ножик, я бы ножиком его прирезал. Просто подошел бы со спины одного, второго, третьего потихонечку. Так, стреляет. Целот, или что там написали? Да, приколист. Трупак валяется. Все, вылетел. Не догнали. Наверное, будет 4-0 день.
А есть же, что-то я сейчас вспоминаю. Какой-то удар. Какую кнопку только. Но не успел. 853. Двоих убил. Второго даже не видел, когда. Все, матч овер. 3-0. Маринс, это кто? А, Атлас. Спасибо за внимание. Ждите новых приключений. Мели Стар Ситизен. Скорых встреч.